Прошло 15 лет с первого международного имплантологического симпозиума, который проходил в Даниловском монастыре. Это незабываемое событие было наполнено интересными докладами и полезной информацией. Идут годы, но форум также остается актуальным и ожидаемым событием года в стоматологическом и имплантологическом сообществе. На нем мы познаем передовые технологии и возможности применения в повседневной работе, что является залогом успешной работы врача. Хочу поздравить создателей симпозиума с 15-летним юбилеем и всех участников форума, а также пожелать успехов и не останавливаться на достигнутом. Буду рад встрече с вами на симпозиуме, дорогие друзья!